явно. Ладно, пока, пойду Дашку кормить. Созвонимся, целую. Мама, что это значит? Все тайное становится явным. Это значит, что ты никого не обманываешь. А если ты кого-то обманешь, то все это будет известно. Садись, завтракать. Выключи. Мама, это же лимонная каша. Ты знаешь, что я ее не люблю. Ешь безо всяких разговоров. Не буду есть. Хочешь сегодня пойдем с кремом? Очень хочу. Когда съешь всю кашу, тогда пойдем. А я покажу, что пойду в видео, мама. Кажется, она не вкусная. Надо бы сюда соли добавить. Все равно. Ужасно и невкусно. Надо бы добавить сахар. Yeah.